Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Позвоните обязательно банке. Скажите им, что вернули очень поздно и крайне не трезво. Спасибо вам за то, что тусуете с нами и нами не трезво. Я музыка, высоковая, полностью вызывающая чувство. Нет, давай еще хуя. Ты никто не привык так угрожать. Так ты далекая лопасти, ищешь нюансы и тупости. Ты же для ума тебе подавай. Тогда знай, мы на разных краях этой пропасти. Нахуй проваливай. Безвкусная музыка, высоковая, полностью вызывающая чувство и лопасти. Те, кто не привык такой лопасти. Как вертолетные лопасти, ищешь нюансы и тонкости. Ты же для ума тебе подавай. Тогда знай, мы на разных краях этой пропасти. Нахуй проваливай. Нахуй, больше шума, меньше дум, бум, 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 бум. Забудь о том, сколько будет два прибавить бум. Лежи под нашим валом, бум, 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 бум. Нахуй, больше шума, меньше дум, бум, 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 бум. Забудь о том, сколько будет два прибавить бум. Лежи под нашим валом. Который погибшая техника отправляется в электронный арт-склад. Но угад расставленный код, случайный набор случаем разных частот. Уже текста нет, тут только машинный код. 0-0-1-0-0-1-1-1-1-0-0. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит? Мы, короче, стоим в пробке в трамвае в Екатеринбурге. Это самая охуенная пробка в трамвае, в которой я стоял. Самая веселая. Это, короче, пати-трамвай. А что сейчас будет там? Возможно, мы поедем, но это не точно. Ясно. Покажи им, что там происходит. Короче, здесь происходит вертеп, кутеж и вообще... Да, определенно. Пивас там, все дела. Монеточка поет, как бы все круто, да. Ее здесь нет, но она с нами. В душе. Вот, все это снимается. Так, чуваки, где Ванек? Короче, мы стоим в пробке, все тут сигналят, мигают, мы никуда не можем поехать. Дамы и господа, мы начинаем нашу экскурсию по городу. Правильный пацан тачку припарковал поблизости. Как широкая необъята наша страна. До чего копии густо населена она. Самый дурный тип по браку я смогу призвонать. Ты подумаешь, да ну и что за идиота. Если что, то я своего. Я телевизор выкинул на авто. А дальше это место в одну и что. Я рот связаю, чечена из окна. Если что, то выбирай своего. Я телевизор выкинул на авто. Идет собрать весь текст,
придется при стуле ебучие свои пилить. Дорогие друзья, спасибо, что вы остановить. Никак не можете этот эфир, что вы по-прежнему с нами. Если честно, мы во имя вас на Луне готовы воткнуть свое знамя, как сделали американцы в кадре своего проектора. Дорогие друзья, вы достойны респекта, и я вам посвящаю эту песенку. Она вам посвящается. Спасибо большое за то, что вы здесь. Вы видите, как начинается? Как начинается великая Россия с этого простого эксперимента. Ну что, едем? Нет, мы наслаждаясь моментом, но продолжаем стоять и мимо проплывают машины. Здесь очень плотные женщины. Здесь вонючие мужчины. Мы продолжаем потеть. Мы делаем это во благо Господа. А теперь давайте петь и не брезгуйте нужен голосом. Славься на Руси, чушь неси, колоси, на бабло коси, по земле колеси, как и все реси, пока не эмигрируешь на небеси, поеси, носи, славься на Руси, чушь неси, колоси, на бабло коси, по земле колеси, как и все реси, пока не эмигрируешь на небеси, небеси. Саша, скажи, пожалуйста, что для тебя хип-хоп? Это кал, конечно. Очень печально. Хорошо, что мы все измазались в кале сегодня. Это спасибо любовь, большое. Дурак, любовь. Ну как? Кал – это любовь. Любовь – это кал, а кал – это кал. Злобный хейтер, ноутбук наш, это... А где Вася? Где Сима? А походи сюда. В эфире. Не уходи, только не уходи! Всем привет, в нашем шоу новый гость. Добрый вечер. Добрый. Валера, привет. Я Руси чужие мечты. Вы хотели классно потащить? Да! Нет. Разъясните ситуацию, пожалуйста, нашим зрителям, они не понимают вообще ничего. И от ваших объяснений тем более запутаются еще более плотно. Но давайте попытаемся. О, чудесно. Впереди кордон. Кордон. Да, воин кордон впереди, он не пропускает людей. Таких, как мы вперед. Мой кордон не пропускает людей. Это шутки для барабанщиков. Ну что, часа два, три, мы с места не сдвинемся. О, помашите, помашите. Сходи поговори с ними. Дорогие друзья, нам нужен добровольный. Не открывается это. Не открывается, да? Итак, дорогие друзья, вы видите, что в уральскую музыкальную ночь происходит великая мистерия. Ребята! Да. Количество мест ограничено, поэтому желающих очень много. Вот такие последствия. Мы пропустили самое интересное. Нет, нет. Надо обзвонить. Я уже вас всего сняли. Я же хотел рядом. Сказать полиции, что все сняли. Люди сняли. Я видела, как они ломали. О, вот, мы все сняли, ребят. Сейчас на видео все сняли. Моя. Возьмите кто-нибудь мой телефон и выбросьте его в окно. Не хочу учиться играть на гитаре, не хочу репетировать. Головой трясти в утро на кругаре, можно и пошпить с белой воды. Скажу, нужен турнет по облику.
Поэтому все велика, и музыкантов всех надо не нахуй, что можно порезать и выжить. Эти чай, этому треку уже передели, что за успех ты убил. Чуваки, чуваки, пройдите. Пропустите, ребят. Весят татуху уже синее. Осталось не так много точек на карте, куда мы булавки еще реваншили, куда нас еще не возили. Мы еще выступим даже в Бразилии. Выводи консилиум, хейтера, моя карьера хоронит уже лет там 10. Моя по-прежнему здесь и была я до сбору. Неужели там 10? Ничего было гладко, но после падения любого я стою на взлотный. Мой карабан продолжает свой путь мимо ваших взлотных животных. Кто-то может в контактике, кто-то может в полную, а у меня есть какая-то тактика. Я перепрыгнул этот бассейн как надо. Погоду сначала прибалтика. Битва не война, что метро, это не марафон. Видишь, пинта не туда, но сигналы заглушат то. Учет, как мы хотим, вопреки всему на пару. Твои свистовые ключи из подвала на стадион. Битва не война, что метро, это не марафон. Громче мы зал, громче мы зал. Теперь я старый сентиментален. Пайл, медленький фронтал на первом канале. И за кабики на телеке бали. Зрители давно не видали мои гениталии. И скандалов с ментами. Не отвечаю на действия, стараюсь интернет-баталии. Пока которые друг друга подороняют, отзываются гидовских твиттеров. Дизлайков это вызывает, как будто шутки не втукают. Цифры, литеры, я занят делами ухвани. Я ванировал режиме. Военные маферы просторы стране. Не доступны ко внутренней вершине. Комментарии словом тишине. Расскажи мне, как ты меня. Я как будто в машине. По дороге на пляж охуительный, где-нибудь в Калифорнии. На светофоре в Бресле, устроившись по комфортнее. Давай поинтереснее, что я пишу, ты задорнее. Битва не война, что метро, это не марафон. Финиш пинта не кинала, сигналы забью жидком. И чё, как мы хотим, ты все мы на порой. Твои спины, я отбиваю друг от друга все руки, что я дал господь. И что ты еще скажешь, вся наша душа и вся наша прочь. Она сегодня тусовалась так, как не привези, ох. Вот он тот самый момент, когда я закончу фристайлить. Дорогие друзья, надеюсь, вам есть что детям поставить этим вечером, пока вы смотрите эту бесконечную передачу. Спасибо каждому, кто делает воздух в трамвае все более горячим. Это замечательно, это супер будет. Сейчас прозвучит заключительная композиция, и после этого мир опустится наконец-то в темноту кромешную. Во всяком случае, для вас. Ребят, мы скоро отправляемся, если что. Я кружу за решеткой, наступившихся вокруг зима. И корчу рожи,
они тычут меня пальцами и даются диву, как сильно мы с ними похожи. Зоопарк закроется, они уйдут. Мне почистят клетку, пожрать чего-нибудь дадут. Награду за проделанное сегодня мною тут. Громче, громче, музон, громче. Суды в нашей жизни. Солнце опять зайдет, снова день на пролет. Мы будем делать здесь.